В эфире информационно-аналитическая программа «Резонанс». Здравствуйте. Сегодня в зоне нашего внимания персона, которая на этой неделе вызвала поистине широкий резонанс. Интрига недели. Такое общее понимание, кто за что отвечает, кто чем занимается. Олег Димов уходит из нефтянки, где следующее место работы. Правительство готовится к расширению. Трудоустройство некоторых персон, которых у нас называют там словом ВИП, ну не устроишь дворником. Кто и где ждет подполковника Димова? Тот опыт, полученный в политике, он очень, мне кажется, что здорово отточен. Тему комментируют политологи Татьяна Денисова и Булат Колмантай. Дважды в одну реку, но на новый пост. На этой неделе вокруг персоны Олега Димова, ныне директора оренбургского филиала «Ростнефтьменеджмент», разыгралась настоящая интрига. Блогер Евгений Михеев опубликовал статью под названием «Полковнику Димову никто не верит, полковника никто не ждет» и получила активное обсуждение в интернет-пространстве. По предварительной информации, с октября Олег Димов займет кресло вице-губернатора по внутренней политике, должность, которой официально еще даже нет в составе правительства. Стоит отметить, что внимание к Олегу Димову, а точнее к его деятельности как в бизнесе, так и в политике, стало пристальнее после реорганизации ТНК БП. На своей странице Евгений Михеев иронизирует по поводу концерта «Би-2», организованного расформированными нефтяниками, и их самой знаменитой песни, которую напрямую связывает с положением подполковника в запасе Олега Димова. Блогер почти как ясновидящий рассуждает о том, чего нужно самому Димову, и прогнозирует его будущее в правительстве области, а в дальнейшем и в руководстве Оренбургом, и даже регионом. Димов планировал войти в альянс с некоторыми противниками сегодняшней команды города Оренбурга и пойти на выборы мэра города, но там пока все отложилось. Эту карту может попробовать разыграть губернатор, которому нужно сломать непокорившийся ему Оренбург. Для этого он уже сейчас поддерживает противников авторитетного Мещерякова и набирающего политический вес Арапова. Для того, чтобы убрать их с пути, Берг может использовать Димова. Для этого может дать ему должность в правительстве, а потом, расшатав ситуацию в Оренбурге, отправить его на выборы с высокого областного поста. А что на самом деле в голове у Димова и зачем ему министерские должности в правительстве? В правительстве Оренбургской области знает только сам Димов, и делиться этими мыслями с губернатором он не будет. Судьба Олега Дмитриевича, она вообще кому интересна, кроме его и, скажем, такого небольшого окружения, не более того, понимаете? А тут целая интернет-эпопея. Конспирологические всякие инсинуации по этому поводу. Вся тема о странном полковнике это тема, ну, по меньшей мере, договорная, но отнюдь не имеющая какие-то реальные такие, скажем так, реальные обсуждения в реальной действительности. Вот и все. У нас полный комплект в областной администрации. Полный. У нас два первых зама у руководителя аппарата, куда уж больше. Всякие спекуляции, которые бродят по благосфере, шума еще, видимо, будет больше, потому что ТНК БП уже приступает к полной самоликвидации здесь, да, естественно, Димов освобождается. Я думаю, что он без работы не останется, без работы не останется. Организаторские способности, умение решать задачи, всякого рода, государственный масштаб мышления наверняка в нем присутствует. В принципе, угадываются силы, которые заинтересованы замутить воду и в городе, в Оренбурге прежде всего, и, скорее всего, эти силы сосредоточены преимущественно в Оренбурге. Это связано с группировками, которые хотели бы встать во главе Оренбурга. Стоит отметить, что карьера бизнесмена и политика Олега Димова весьма стремительна. У кого-то это вызывает удивление, а у кого-то резонные вопросы и предположения. И его возможное возвращение в вице-премьеры оправдывают коротким словом из трех букв – ВИП.
Олег Димов сегодня один из заместителей руководителя региональной организации «Единой России». В 24 года досрочно он получил чин капитана российской армии и уволился из ее рядов. Сейчас Димов – подполковник запаса. В октябре 2010 года его избрали в Оренбургский городской совет, и, как считается, под него создали должность заместителя главы города на неосвобожденной основе. Кто занимался хозяйством и кто специалист в этих всех вопросах, он, конечно, знает, что там медом-то точно никто не помазал. После ухода, спустя 9 месяцев в правительство области для работы руководителем аппарата губернатора в ранге вице-губернатора, должность зама мэра до сих пор вакантна. Правительство Берга готовится к структурной реорганизации, которую должен готовить Димов. Однако спустя 7 месяцев Димов неожиданно для многих уходит в структуру ТНК БП, вместо Александра Грабовского, перешедшего на другую работу в холдинге «Альфа-Групп». Поговаривали, что такой ход Димова был неприятно чувствительным для губернатора. И вот через 15 месяцев Димов возвращается. Под него создается новая должность вице-губернатора по внутренней политике. Я бы не видела здесь никакой вот такой логической необходимости в этом. И в этом может быть с одной стороны, то, что Олега Димова надо просто трудоустроить. И, конечно, трудоустройство некоторых персон, которых у нас называют там словом ВИП, ну, не устроишь дворником. Это всем понятно. Да, куда его устраивать в регионе? В регионе его тогда устраивать по рангу, это опять-таки на должность не ниже, чем вице-губернатора правительства. Поэтому что остается? Остается выдумать для Олега Димова какое-нибудь вице-премьерство. Тем не менее, личные характеристики Олега Димова как нельзя кстати придутся на этой должности, считает Марина Солодкая. Например, военная выучка помогла ему еще депутатам продвигать идею о разделении руководства города на мэра и сити-менеджера. Как вот бывший политрук, он очень любит все отстаивать. Ну, что ему скажут? Вот это надо отстоять. А если вспомнить, что полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, он вот тоже из политруков, то здесь политрук политрука, особенно в период выборов и решения каких-то задач, поставленных верховным главнокомандующим, да, они друг друга понимают и понимают, что в этой ситуации нужно делать. Димов в оренбургской политике, он так как птица взметнулся, пролетел все, но, к сожалению, вернулся с черной меткой. И она, эта метка, достаточно серьезная. Вот. Как бы это благозвучно я не пытаюсь обставить, но эта метка называется непригоден. Вот возвращаться второй раз в администрацию, конечно, можно. Но это как раз к вопросу о том, что человек возвращается туда и в то место, и больше другого места, где его ждут, нет. И этому объяснение ТНК БП. Но, как говорил Конфуций, во времена перемен, а вот Олег Дмитриевич забыл, что во времена перемен нельзя идти в нефть, нельзя идти в этот бизнес. Поэтому и спикировал. Губернатор пытается заменить собой целую структуру. И если мы отвлечемся от всяких личностей, которых туда порочат, да, пророчат на эту работу, мне кажется, Министерство внутренней и региональной политики с какими-то, может быть, еще дополнительными задачами для Оренбургской области, для большой области, для сложной области, для приграничной области, оно просто необходимо. Всегда приветствуется, когда возвращается в команду профессионал. Вот вернулся бы Юрий Вячеславович Трофимов, никто бы не удивился. Он профи. Возвращается Олег Дмитриевич Димов. Точки зрения только две. Или больше некуда, или какие-то такие планы готовятся веселые на ближайший 2014 год. Будут ли они удачными? Ну, это сложно сказать. По оценке экспертов, должность вице-губернатора по внутренней политике, как правило, появляется не случайно. В региональных правительствах России активно стали назначать на это кресло с июня прошлого года. Тогда Кремль рекомендовал губернаторам усилить внутриполитический блок. И основная функция вице-премьера – быть оком главы региона и движущей силой во время выборов, особенно на высший пост области.
Сейчас короткая реклама, а во второй части поговорим о возможной спирали в карьере Олега Димова и все детали узнаем из первых уст. Это программа «Резонанс», и мы продолжаем. Олег Димов официально выходит в свободное плавание через пару месяцев, когда завершится процесс ликвидации филиала «Роснефть-менеджмент». Некоторые оренбургские политологи сходятся во мнении, что, скорее всего, карьера Олега Димова будет развиваться по спирали. А точнее, из бизнеса он вновь вернется в депутатское кресло. Правда, в законодательном собрании, где в очередной раз сменит Александру Грабовского. А весь ажиотаж на сегодняшний день по законодательному собранию, туда хоть Димов хоть придет, хоть Владимир Ильич Ленин, понимаете, он ничего там не изменит, потому что законодательное собрание, собственно говоря, ведь не орган, где проходят политические дискуссии. Там дискуссии законодательные происходят, понимаете? Но наше законодательное собрание выше федерального законодательства не прыгнет, понимаете? А в ситуации экономической, которая сейчас в стране у нас в частности, понимаете, как бы ты ни делил это лоскутное одеяло, всегда одна половина одного места будет голой. Если он будет выдвигаться, если до выборы по Бузулуку и по этому округу они должны пройти согласно нормативным документам, да, там может собраться много кандидатов, включая первого вице-губернатора, например, ну и бывшего вице-губернатора. Почему нет? Это был бы хороший вариант идти на выборы, законодательное собрание, до выборы по округу, четвертый, кажется, это округ, Бузулук, Курманаевка, Пермоволайка, Горячевка. Идти туда и избираться, получить народное доверие и продолжать работу. Это неплохой вариант для политика, у которого есть еще резерв времени. Так что планирует выбрать сам подполковник, бизнесмен и политик Олег Димов? В эксклюзивном интервью телеканала ОРЕН-ТВ он порадовался своему опыту в нефтянке и определился с приоритетами. Олег Дмитриевич, вы получали предложение занять должность вице-губернатора по внутренней политике? Ну, пока еще никаких таких предложений не было, потому что, наверное, было бы и некорректно мне делать такие предложения в связи с тем, что я пока еще работаю в компании, в одной из самых крупных, кстати, нефтяных компаний. И несмотря на то, что сегодня действительно президентом компании принято решение о ликвидации всех филиалов, то, безусловно, являясь сегодня вице-президентом и директором филиала «Роснефть-менеджмент» в городе Оренбурге, ну, для того, чтобы делать какие-то предложения, нужно сначала мне как минимум либо отсюда уйти, либо выслушать те предложения, которые мне будут сделаны от руководства компании. Вообще разговор беспочвенен, потому что ни должности такой нет, ни я еще даже, если говорить обо мне, если говорить о ком-то другом, ну, я не знаю, но как минимум для того, чтобы кто-то занял такую должность, нужно, чтобы она была. Есть еще одна версия, которая сейчас в комитетных кругах обсуждается, то, что вы займете место Александра Грабовского, но уже в законодательном собрании. Не обязательно место Александра Владимировича Грабовского. Любой мандат, который сегодня будет сложен кем-либо из депутатов, которые проходили по партийному списку от нашей партии, то вполне возможно, что я могу на эту тему провести консультации с нашим региональным отделением партии. Пока же Александр Владимирович, насколько я знаю, и на законодательном собрании был, и достаточно планирует активно участвовать в жизни в области. Поэтому разговоры ходят, я тоже об этом слышал, как и вы. И причем, как бы даже знаю, что ваш канал тут вчера, позавчера, мне уже некие друзья поздравляли с тем, что я назначен на новую должность. Но, не знаю, как сказать, к сожалению, наверное, или к счастью, не знаю, но пока это неверно. Но все-таки для вас что больше предпочтительнее, политика или все-таки бизнес-структура?
Ну, вы знаете, очень сложно сейчас говорить, потому что на сегодняшний день, на самом деле, я думаю на этот счет. Потому что, с одной стороны, безусловно, политика интересна. Я считаю, что и будучи два срока депутатом, и прошел и город, и поработал в правительстве, считаю, что некий опыт приобрел, и думаю, что мог бы там, в принципе, пригодиться и мой опыт. И особенно сегодня тот опыт, полученный в политике, он очень, мне кажется, что здорово отточен вот именно в рамках нефтяной компании. Сейчас есть ряд предложений, в том числе и по коммерческим структурам, ну, даже не столько, они не совсем коммерческие, а, наверное, все-таки бизнес-структуры. В большей степени они связаны с переездом из региона. И больше всего, наверное, меня это сегодня как бы там смущает. Наверное, если бы было какие-то там более серьезные предложения, где-то связанные с регионом. Ну, для вас предложение работать в регионе, в политике, в правительстве, это будет приоритетным предложением? Наверное, да. Потому что я на сегодняшний день как-то, несмотря на то, что я не родился в Оренбурге, но тем не менее уже большую часть сознательной жизни проживаю в Оренбурге. И для меня, наверное, все-таки Оренбург сегодня приоритетнее, потому что здесь живет моя семья, причем здесь у меня не только уже теперь моя, у меня и у брата семья, который переехал сюда ко мне жить, и мама со мной здесь живет, поэтому, безусловно, есть определенные обязательства и семейные. У меня хороший дом, хорошая семья. Мне старшему сыну 20, дочке 6 лет. Поэтому, наверное, все-таки перспектива – это Оренбург. Наша область не так богата кадрами. Кадры, имеющие перспективы, потенциал, более молодые – уезжают, закрепляются на других территориях или влачат жалкое существование в столицах или городах-миллионниках. Исходя из этих соображений, я думаю, что тот вариант, когда Димову Оренбуржье предпочтительнее, я этот вариант, честно говоря, поддержал бы уже по объективным соображениям. Несмотря на то, что на каком уровне и где может быть использован Олег Дмитриевич Димов. Я в своем огороде, если чучело, но все равно могу быть королем. А в чужом огороде, извините меня, всегда вынесут. Там свои есть Димовы, там есть Петровы, Сидоры. Там везде свои, даже если эту помощь оказывают, понимаете? В бизнесе руководствуются, когда берут человека, совершенно другим. То есть другие качества нужны, другая функция человеку. То есть его, строго говоря, берут для того, чтобы он зарабатывал собственнику деньги. Учиться надо. Не гордиться тем, что ты можешь, а учиться быть политиком, чего у Димова нет. Надо научиться уважать людей. Бизнес Москвы или Оренбургскую область с ее кадровыми ресурсами, что в результате выберет Олег Димов, станет ясно совсем скоро. А общественность, которая живо включилась в обсуждение этой темы, уже выстроила свои параллели на портале orinday.ru. Вот лишь некоторые высказывания. Ну что же, наверняка это начало исполнения мечты Юрия Александровича, которому так хотелось пройти пешком от Оренбурга до Орска. Как пить, будущий губернатор? Что он вообще полезного сделал за все это время для Орена или области? Ему нужно хорошее кресло. Вот и доверяй после таких решений нашей власти. Да никакой это не противовес Мещерякову. Это реальный заход на губернаторское кресло. Вице-губернаторов развелось только, хоть соли. И в заключение информация для размышлений. Сейчас в Оренбургском правительстве уже работают 4 вице-губернатора. Есть вакантное место на вице-премьера по военно-патриотическому воспитанию. И еще один вице-губернатор, по скромным подсчетам, обойдется казне в 10 миллионов рублей. Зарплата в размере 150 тысяч рублей, автомобиль хотя бы БУ за 2 миллиона, жалование помощникам, офис, расходные материалы и прочее. И это в условиях сокращения бюджета и больниц в сельской местности. Хотя на эти деньги в год можно было оставить на работе больше 80 специалистов. Это был «Резонанс». До встречи на Орен-ТВ.